Всем хай, ребята, вы на канале Коджами66. Давно не было видео по Майнкрафту, и сегодня мы продолжаем проходить Майнкрафт. Вы, конечно же, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, если хотите пропускать новые видосы. Ну, а мы погнали! Вы, наверное, заметили, что у меня голос изменился. Я просто заболел, да. А еще, вы спросите, позже серия был путешествие в деревню застрял, да? Вы спросите, что я делаю у себя дома? Я хочу сказать, что я снимал серию, как я ухожу с уходом и ухожу сюда. Ну, тварюка эти не записалась. И теперь я решил снять еще раз. Вот, я немножечко за кадром здесь, вот, кровать у меня есть теперь, подвал, но я его не делал, сегодня как мы будем его делать. Вот, видите, вот подвальчик такой, мы его будем доделывать в этой серии. Так, выходим на улицу, чтобы показать еще контент. Вы с меня походили разбойники, я их, конечно же, убил, у меня есть огород. Есть картошечка, и растет пшеничка. Еще я завел коровушку. Это все за кадрами сделал. Сегодня будем настраивать наш... Постараемся настроить наш подвал. Ой, задубал дождь. Так, не ночь. Ладно, не ночь, не ночь. Будем продолжать работать. Да? Я за кадром здесь немножечко сделал, и будем делать дальше, только я буду делать только с вами уже. Здесь вы спросите, зачем ты делаешь эту комнату? Я говорю, здесь будет портал. Вот здесь у нас будет портал в ад. Он будет не на улице, он будет в подвале. Вот. Сначала нужно банально здесь сделать стены. Стены у нас будут из рака. Посмотрим, у нас на зрак в сундуке есть. Если нет, то придется пойти ваты добыть. Так. Есть у нас на зрак? Да, не густо из рака. Вдруг еще в сундуках есть. Кажется, сегодня мы будем идти в ад. Так, пошли. А вот уже и ночь настает, можно уже спать. Ой, куда это? Погнали давай. Спать, даже королевская кровать. Проснулись. А теперь идем в ад за Незераком. Так, давайте, заходим. А вот мы и появились. Так. Так, не хотел тратить алмазную кирку, но доведется. Я к вам вернусь, когда скопаю весь этот зрак, а ему миллиарды лет. Думаю, вот столько на зрака хватит, теперь погнали домой. Это все. Инвентарь, конечно же, очистим, потому что он капец захламлен. Так. Япи! Так, а вот мы и дома. Так, я сказал дома. Я сказал, мы и дома. Я говорю, мы и дома. Я говорю, мы и дома. Что за... Это что? Thank you.
Это моя деревня. Я ее потерял. Какие координаты у нее? Так, включим координаты сначала. Где вот здесь? Давай. О! Я на такой путь заскринил. Боже, в этой деревне мы выживали. В первых сериях мы тут были. Я думала, что мы больше ее никогда не найдем. Я не понял. Вы ж телепорти... Вы ж... У нас же свой был портал. А вот и мой дом. У нас был свой портал, помните? А чё, значит, он телепортал нас сюда? Вот мои ресурсы! Ёлка-ламаде! Пшеница! Офигеть! И успех! Мы нашли... Я нашел свою деревню! Я нашел свою деревню! Я думал, что я навсегда потерял. Только вопрос. Как вам вернуться домой? Коля, постараюсь вернуться по координатам, которые я записал. И к вам вернусь. Объясните мне, пожалуйста, это что? Что это за баги генерации? Ладно, погнали дальше домой. Наконец-то я добрался сюда. Ёкала вода, ёкала. Сколько я прошел? Я даже увидел Ирландскую речку. Знаете, почему речка? У меня не было вод, больших водорослей. Только морская трава. Я что-то только не встречал. Ну ладно. Я не понимаю, почему генерация поломалась. Наверное, из-за того, что я перешел на новую версию. Этот мир я создал еще когда. Капец. Ладно, обещал, что мы будем устраивать подвал. Мы не будем строить. Потом устраивать подвал. Давайте будем сначала делать здесь пол. Стены. Короче, все в том духе. Я повернусь, когда я здесь все сделаю. Такая колонка получила, здесь будет портал. И да, сейчас я куда-то мне нужно пойти. Значит, видео, наверное, я доделаю завтра. На монтаже просто их соединю. Так, ребята, уже 11:24. Вот я продолжаю снимать этот ролик. На монтаже, наверное, соединю. Вот так. Ладно, осталось здесь портал доделать. Даже сначала забыть тот обсидиан, поломать тот портал и активировать его здесь. Мне очень сложно для вас ролики снимать из-за того, что я заболел. Как бы то. Сейчас это пойдет секунда, а для меня куча времени. Так, я все не надо был. Вы не видите. Я можно его ставить. Ваш подвальчик. Теперь все надо поставим в сундук. Я очистил наконец-то наши места. Я все очистил. Так, а теперь нужно улучшать вот это все. Вот это все в подвале. И вот это убрать. То есть нужно стены сделать нормальные. Все дела. Как раз у меня булыжник есть. Постарайся сделать здесь все нормально. Ну, у меня вылетел Майнкрафт, ну ладно, я уже потолок сделал. Осталось стены сделать. И не только здесь, там еще нужно. И там будет продолжение подвала. Наверное,
сегодня подвал займет. Наверное, это займет где-то 3 серии. Обычное строение подвала. Такой джазы. Ты упустился в своей карьере. Извиняйтесь, что я не могу сказать нормально какие-то слова. Я просто заболел. Сколько объяснять? Хотя я думаю, что вы давно уже запомнили из своих цитат в сообществе. Ну, надо достроить подвал. Нужно до сих пор снимать видео. Я до сих пор работаю, несмотря на то, что я заболел. Да, вот так. Я нужна аудитория, а аудиторию я не получу без видео. Вот и комнате, как вы видите, уже... А, нет. Теперь вот уже вот здесь все сделано в этой комнате. Это прихожая. Это будет... Сюда будет приходить подвал. Так. Здесь по бокам комнаты, вот там комната с порталом. Ну, я пока не знаю. И продолжение, конечно же, подвала. Ну, ладно. Наверное, нужно здесь доделать стены. Хотя лучше доделать, когда мы сделаем полностью этот коридор. А сейчас лучше здесь сделать лесенки. Лесенки лучше нам сделать. Конечно же, мы можем сделать их только там. А, я не заметил, как уже ночь настала. Ну ладно. Даже фантомы. Думаю, столько когда хватит, погнали, давайте уже делать. Хотя я думаю, здесь тоже нужно сделать лестницу. Хотя потом с этим разберемся. Пока делаем все там. Так. Вот такие ступеньки, чтобы было легче. Спускаться, подниматься. Все дела. Я придумал, что будет в комнате. Там будет склад. А вот здесь, как вы видите, уже портал. Комната уже сделана. Как бы все в этом духе. Ладно, ребята, наше видео подходит к концу. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой серии. В следующей серии постараемся еще достроить наш подвал. Ну, а с вами был Коджами 656. А всем пока-пока!